Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, уважаемые полторашки. Да, полторашки. С вами Ваномас и Озон 671 Games. Да, вот доказательство, вот я Озон номер один в России. И это мое мнение насчет GTA 5. Да, GTA 5, она достаточно интересная получилась. Никто не ожидал, что действие будет происходить в России. Действительно. И тут можно троллить милицию, тут можно троллить милицию, тут можно троллить старушек на улице лопатой. Да. О, я прошу под забором! Я бог! Бери вертолет. Не, давай я. Карта в GTA 5 достаточно интересная, так как это не какой-нибудь там Сан Андреас. Меня приятно удивило то, что они вернулись к истокам, как видите, текстурки такие же, как в GTA Сан Андреас. Это... Да, они отказались от использования диска Rage, так как у многих на ПК он шел плохо. Да, поэтому эксклюзивная ПК-версия GTA 5 сделана опять же на движке RenderWave. И здесь меня приятно удивило то, что тут можно одеваться в одежду Adidas. Потому что я обожаю Adidas, я... Блин, ты меня выкинул! Блин! Я забыл, что тут никак в гиетоне, тут нельзя нажать F, и ты сядешь в пассажирское сиденье. Все, короче, я сел тебе. Я себе поставлю на карте. Короче, отправимся в поездку по новому Сан-Андреасу из GTA 5. Вот, да. Как видите, в игру вернулись армейские вертолеты. Армейские вер... Ё-моё. К сожалению, это PCX-игры пока еще не до конца отлажены, поэтому видим вместо мегаполиса деревянные домики и церковь. Давай сожгем. Не, ну давай как-нибудь потом, потому что... Не, ну можешь там как-нибудь этим заняться. Главное, не жги мечети, потому что мечети жалко, а церкви... Прямо Хованский, короче, там, про религию будем там типа стендап Хованского, типа, ха-ха-ха, не смешная шутка. Спасибо, что заплатили 500 тысяч рублей, или сколько там не заплатили. Азазай, кстати, об оскорблении чувств верующих. Этот самый, Носачи, блин, Усачев, вот. Носачи. Носачи. Он же тоже что-то типа этого делает. Ну, знаешь, мне без разницы. Я вообще не смотрю русских видеоблогеров. А летсплейщиков русских? Тем более! А то будешь много их смотреть, потом станешь дауном. Ну, знаешь, не только от этого может стать дауном. И за этим девиантак будет то же самое. А, кстати, помнишь, мы песню-то придумали про летсплейщиков? Нет, про летсплей. Я забыл уже. Я помню, чтобы запилить летсплей, нужно Айдару позвонить. Что-то там. Да, и по 30-секундную запись в Рапса быстренько спросить. Пилить летсплей просто. Завали туда шуток про религию. Так, что еще? Еще он скажет, что мы пойдем за алмазами. Знаешь, ты видишь одну вещь интересную? Какую? Тебе дают деньги за дрифт на вертолете. Да, я знаю, но на самом деле здесь запрещен дрифт на вертолете. Нас сейчас забанят, короче. Мы дрифтим на вертолете, все, короче. Так как мы играем за настоящих гопников, а в GTA 5 это реализовано просто замечательно, мы будем искать жертв и выбивать из них, короче, деньги. К сожалению, пока еще не добавили новую возможность, которую обещали Rockstar в PC-версии. Например, в этой игре нельзя набегать на домики с сохранением. И к тому же, все еще отсутствует функционал у караванов. Поэтому они выглядят как автобусы. Ладно. В любом случае. Мы продолжаем путешествие по опасной галактике. Теперь мы около гей-бара. Что это? Блин, бери свою машину. Подожди. Какая кнопка там? Капслог? Альт, окей. Быстрые! Эй! Нет! Читеры! Волхак! Ты ё-моё. Читеры, волхак! Как мне к тебе теперь добраться, я даже не знаю. Не знаю. Озона убили! Сейчас я возьму тачку. Прямо около гейбага озона убили. Все. Знаешь, ту карту открой. Вот, короче. И справа мост есть такой. Справа мост такой есть на карте, да? Какой из мостов? Ну, если вот тут есть этот острог как раз и... Какой из мостов? Самый первый мост.
Там еще такая типа... А, ты на мосту, короче, видишь, такой желтенький, я вижу тебя, да? Нет, это не я, но я туда сейчас поеду. Короче, давай там встретимся. Сейчас, подожди, Пионерская, Хутицкая улица, что это вообще? Сейчас, подожди, я разбегусь. Значит, мост. А, тут... Я думал, тут может еще мосты есть, но нет, в новом Сан-Андреасе нету мостов, кроме этих двух. Да, на самом деле карта стала, несмотря на то, что она стала меньше, но она стала лучше проработанной. Действительно, потому что теперь можно найти... песчаный футбол тут играет, что ли, я не понимаю. Ладно, бывай. В общем, у меня теперь новая шапочка, наверное, тоже адидасовская. Возможность кастомизации в ЛТГ, конечно, улучшились. Тут, получается, нету синглплеера, вообще есть только мультиплееры. Не, мы просто играем с тобой в GTA Online. А, точно, мы играем в GTA Online. Сироки теперь уже не загружены. О, гейбар опять, гейбар. Почему это розовая крыша, я не понимаю. Блин, я просто... Где здесь оружие надо взять? Реализм прибавился, поэтому оружие теперь... Это что за дерьмо, я не это хотел. Так, значит, подожди, я... Быстрые авто туризма. Mitsubishi Eclipse. Тут что, нету Банши, что ли? Нет, это, короче, новые. Автомобили старые убрали. Нет, тут есть же туризм, например. Или Баддет. Я не знаю, вообще поехали. Ради Лос-Сантос, иди нафиг. А, я все выключу уже. Слава богу. Блин, ты где? Я еду к мосту этому долбанному. А ты на чем? Я на синей... Черт знает, что это за машина, я не разбираюсь в этих значках. О! Это нормально. Нет, я сейчас буду его прижимать, короче. Прижимать? А-а-а. Может, не надо его прижимать. Получи! А, я свалил его, ура. Что происходит в этой... Блин, почему у гопников нет оружия? Эй, Ваномас, привет, Ваномас. Здорово, Озон, погнали. На, получи. Вообще, Ваномас, это я number one, то есть номер один в России. Знаешь, мне нравится Ваномас тем, что он делает обзоры на Subway. Вот. Ага. Потому что нас закрыли Subway спустя 2 месяца, что ли. А подожди, я карту посмотрю, мы посмотрю, где много людей. А вообще, фастфуд дерьмо. Ставим лайки, если согласны. Вот. Нет, не убивай меня, Ваномас. H нажми. А, H. Короче, поедем мы во второй город. О, смотри, у него мало здоровья. Это Ветос, я его уже убивал как-то. Давай. А у меня нет оружия. А дави, блин. Он сел обратно с... О боже. Я его уничтожил. Это что такое? Это я знаю, это, наверное, не... Я понял, это не GTA 5. Это совершенно новый тип игры, это... Слушай, давай я его прижал, а ты давай его вытаскивай из кабины. Это игра пустигалды на бойщике. Как видите, мы сейчас пытаемся... Блин, я его держу, вытаскивай его из кабины. Подожди, мы пытаемся вытащить Костюхина из машины, чтобы стырить его товар с порнографическими кассетами из гопчатки. Здесь сейчас я... Я его остановлю. А чё этот бег не работает? А, я понял почему. Эй, куда? Куда? Стой, он сейчас остановится. Японский магнитофон, Михалыч, на, выходи. Дави его. Меня выкинули. Гостюхин, ты огребаешь. Мой груз, мне его забрали. Садись быстрее. Тут столько бампиков от тебя отвалилось. Так, все, короче, преследуем его. Вот там далеко-далеко, та-та-та, короче, я не помню. Держи управление. Песни с дальнобойщиков, короче. Да ё-моё. Я не ту кнопку нажал, да? Да ё-моё, он... Я забыл. Я вытащил его. Это Destruction Derby, короче, пацаны. Да блин, ты... Ой, я не ту кнопку нажал. Нет, он её стырил. О, нет, ДПС приехал, все, короче. Меня раздавили. По мне стреляют, русские мафии стреляют. Блин, я замочу его руку. О нет, Ваномас, нет! Я не хотел, нет. А, стой. ДПС! Мусора вообще, короче, обалдели нынче. Я догоню его. Мусор, уйди. Мигалки, эксклюзивы. Да, блин, надо его вытащить, давай так. Ты его вытащишь из машины, я начну его давить. Давай на багу. А куда он поехал? Я не знаю, но он толкается. Все, короче, на монстр-траке теперь
Я замочу всех дальнобойщиков на ГНТВ. Он на мосту, я его... Моя машина горит! О боже мой. О боже мой. Так, быстрые, быстрые. Быстрый, тачка! Быстрый. Тачка на прокачка. Я его догоню сейчас. Я, это уже дело чести уже его убить. Дело чести. Блин, Да ё-моё. Какой-то странный вот спой, знаешь ли. Вот он. Биг, да ё-моё. Я готов убивать. Наверное. Он хочет избавиться от меня в воде, но я его... раздолблю его машину. Я сел на его машину. Чё я не могу убить этого пацанчика? Менты офигели, все, я умер. Все, мусака, короче. Я не знаю, зачем про это снимать его спой. Знаешь, что я не хочу больше в эту игру играть.